Друзья, мы специально подъехали к базе отдыха Гавайи, показать вам это чудесное место отдыха Гавайи, как я на него говорю. Маленькая Италия. Сейчас я войду в ворота. Левки на месте сидят, улыбаются, разлеглись. Лапки вперед выставили, оба красавца. Охрана на месте. Входим. Пока Юра машину перепарковывает, я войду. Очень жарко, хочу в воду. Специально приехали опять на это прекрасное место, чтобы саркастично настроенные люди видели это замечательное место. Оно есть. Мне на канале писали, что уже медузы зашли в лиман вчера. Не знаю, мне были пару дней здесь. Сейчас войдем, увидим, есть ли медузы. Красиво, прям солнечный, светлый, яркий берег. На стояночке машины. Люди отдыхают. Напротив Гавайи. Школа серфинга, кто интересовался, вот она. Люди занимаются спортом, люди в воде. Юра на берегу. Люди отдыхают на пляже. Попрошу у них разрешение, можно их снять, отзыв взять. Не разрешат, значит, не сниму, вы увидите. Иду по мостику вглубь лимана посмотреть, как там. Вот то, о чем я говорила. Люди отдыхают в водичке. Детки. Юра на мостике. Там, кстати, убирают. Мы пока выбрались. Уже полдня прошло. Юра, как тебе? Смотрел, какая вода. Там камни, все, но видно хорошо так. Какая? Супер водичка. Вот ребята отдыхают с маленьким ребенком. Посмотрите, парень, девушка, молодая семья. Красивые, молодые. Облюбовали себе место отдыха с маленьким ребенком. Мелко. Вода чистейшая. Я стою на мостике. Ой, надо уменьшить немножко размер, формат. Стою на мостике. Сейчас справа гляну в воду. Рыбок. Есть маленькие рыбки. Ой, и не только маленькие. Не знаю, как камера передаст, хотя бы попал в объектив. Рыбка, рыбка. А кто же это такие плавают? Маленькие рыбки есть. Они везде есть, маленькие рыбки. Малек какой-то рыбы. Надеюсь, видно, насколько прозрачная вода. Дальше вот стоит тоже девушка в воде. Видно глубину воды. Ребята отдыхают на берегу. Интересно все-таки, какая это рыбка. Может, бычок, а может, маленький пеленгасик. Друзья, кто-то знает, что водится в этом лимане? Я не знаю. Я думала, вообще в лимане рыбки нет. Оказывается, наоборот, рыба в лимане есть. Весь малек в воде. Катамараны стоят. Много людей разъехалось, потому что увезли своих школьников и дошкольников готовить первый класс. А погода стоит супер. Просто погода, ребята, невозможно передать. Тепло, солнечно, вода теплая. Все просто отлично. Видите глубину лимана? Парень идет. Они разрешили себя снять, ребята. Ребенок маленький еще, плачет, нявкает, хочет на руки к папе. Боится водички слегка. А вот и спортсменка.
Да, здорово. Как это называется? Каяк или каюк? Или это доска? Доска для серфинга. Вот так потихоньку, спокойно, безопасно, мелко. Правда, хорошее времяпровождение. Отличное. Здоровый образ жизни девушка ведет. Красиво. Люди все подходят и подходят на берег. Девушки сейчас будут входить в воду. Заодно спросим, какая температура воды. Скользко на последней ступеньке, да? Да. Не наступай. Она обросла, наверное, травой последние, две предпоследние, последние ступеньки. Примерно какая температура? Теплее, чем море или нет? Да. А вот мужчины пошли в воду за девушками. Видите, как лихо. Я тоже сейчас войду. Очень хочу попробовать эту водичку. Просто две последние ступеньки обросли водорослями, они скользкие. Они постоянно в воде находятся. Поэтому нужно на... Предпоследней. Две... Нет, предпоследняя тоже обросла. Вот эта третья снизу, на нее становиться. Так, я пошла. Давай. Заходи, скажешь, какая водичка. Ну и как, Вита? Ой, медуза попала. Юр, дай я сниму ее. Правда, медуза есть. Представляешь? Дай мне. Представляете, правда, вот девушка нашла, медуза попала одна в лиман. Их же не было здесь, да, медуз? Представляете, после шторма медуза все-таки попала в лиман. Вот она, красотка Мэри. Ну и как вода? Шикарная. Вы знаете, мне кажется, температура воды, вот девушки сказали, такая же, как в море. Да, сегодня здесь температура воды такая, как в море, это правда. Но тем не менее, мы спокойно ходим по воде. Очень комфортно, дно чистое, песчаное, приятное на ощущение. Видно, да, люди в воде? И я тоже. Сейчас переверну камеру. Все, Вика ушла вдаль. Скоро буду ее вылавливать. Посмотрим, куда она забредет. Вика, ты далеко? Бычок, да? Да, бычок на дне. Да здесь же тепло. Здоровая. Две медузы. Ну, значит, они и сюда заходят. Я хочу сказать, ты знаешь, чем дальше иду, тем теплее вода, как ни странно. Я думала, у берега теплее нет. Чем дальше заходишь, тем вода теплее. Да, понятно. Хорошо. Друзья, мы вам показали. Мы сейчас едем по своим делам. Нам нужно закупиться слегка, потому что отдых отдыхом, а кушать хочется всегда. Машины по трассе по Федотке мотаются еще. Люди отдыхают. Наверное, не видно будет стоянка вот на Гавайях. Машины стоят. Виноград слегка затеняет. Движ идет. Люди пока
полосе активно перемещаются. Кипарис. Ой, мне девушка сегодня с кипариса писала. Все, поняла, где вы. Это вообще рядом, перед Босфором.